Когда я узнал о деле и об истории Юрия Дмитриева, я сразу вспомнил о своем прадеде, который был расстрелян ровно 70 лет назад, был священником. Я подумал сразу о том, что преследует всех родственников репрессированных, неважно в каком поколении. Речь идет о каком-то разрыве истории, когда ты начинаешь спрашивать о своих родственниках, ты на каком-то этапе утыкаешься в черную дыру. Твои родственники просто разводят руками, они говорят: мы не знаем, мы не знаем. Мой прадед был расстрелян на Бутовском полигоне, и, по крайней мере, мы знаем, где он лежит, где он похоронен, где он был расстрелян, есть какие-то памятные места. Когда я вспоминаю о том, чем занимался Юрий Дмитриев, я думаю о родственниках тех людей, которые не знают даже места, где были расстреляны их деды и прадеды. И я думаю, что мы слабо представляем себе, что именно сделал Юрий Дмитриев. Я бы сказал, что он в одиночку заставил земной шар вертеться в обратную сторону, выражаясь метафорически. Он вернул всем этим людям память. Он нашел точку опоры. Сейчас говорят о каком-то кризисе идентификации. Мы постоянно говорим о том, что мы потеряли себя и пытаемся найти эту опору в каких-то достаточно мифических конструкциях. И вот если задуматься над тем, что же может служить точкой опоры, или даже если сказать точнее, что может быть сейчас вообще опознано, названо как настоящее, если мы спустя какое-то время начнем перебирать исторические события, случившиеся уже в наше время, более мелкие или более крупные, мы неизбежно придем к выводу, что то, что делает и делал, и, надеюсь, будет делать Юрий Дмитриев, это и останется в конечном итоге тем немногим, а может быть, даже единственным настоящим, что от нашего времени останется. Он нашел эту точку опоры, он возвращал и возвращает память людям, и он дает вот то самое ощущение толчка, от которого может начаться какая-то другая история, уже более осмысленная, уже более серьезная. И мы даже в этой трагедии сможем найти эту точку опоры. Я почти уверен, что спустя какое-то время история Юрия Дмитриева станет сюжетом для исторического фильма, и самого Юрия будут играть голливудские звезды. Может быть, Роберт Де Ниро, может быть, Леонардо Ди Каприо. И это будет фильм о том, как Россия заново нашла себя, как она обрела себя. И мне очень хочется надеяться, что Юрий Дмитриев увидит этот фильм. И мне очень хочется надеяться, что справедливость восторжествует, и Юрий Дмитриев будет оправдан. Мне очень хотелось бы на это надеяться.